Всем привет, с вами Apple Team. В этом эпизоде я расскажу вам о такой замечательной программе, которая помогает скидывать фото и видео с вашего iDevice на другие iDevice. Эта программа называется InstaShare, находится она у меня здесь. Итак, давайте начнем. Но вначале я напомню, что у нас на канале розыгрыш промокода на игру Mortal Kombat 4 Zero Hour. Переходите, смотрите, участвуйте, может именно вы выиграете этот промокод. А теперь давайте вернемся к программе, которая называется InstaShare. Как я уже говорил, InstaShare — это программа, которая служит для передачи фото и видеофайлов между вашими iOS-устройствами и компьютерами Macintosh. На данном этапе разработчики ведут разработку версии этой программы для компьютера Windows и Android. Прежде чем скидывать файлы в InstaShare между вашими девайсами, следует убедиться, что оба ваши девайса подключены к одной сети Wi-Fi, иначе файлы просто не передадутся. Здесь у нас также есть настройки, в котором мы можем убрать рекламу за 99 центов и использовать данное приложение без рекламы. И точно так же помощь, которая подскажет, как перекидывать файлы между нашими iOS-устройствами. Теперь, чтобы скинуть фотографию с iPad на iPad, я ее просто зажимаю. У нас появляется такое окно со всеми доступными устройствами в одной сети Wi-Fi. Перетаскиваю фото на iPad, отпускаю. Тем временем на iPad появляется запрос о подтверждении передачи фотографии. Вы видите на экране скрин. Кстати, всех девушек с наступающим 8 марта, с праздником вас. Пошла передача фотографии. Все, фото отправлено. Теперь оно автоматически сохранено в фотопленке на iPad. Такая вот простая программа InstaShare, которая поможет нам передавать фото и видеофайлы между нашими iOS-устройствами и в будущем между компьютерами Windows и Android. На этом все, такой получился эпизод про InstaShare. Напоминаю, что у нас на канале конкурс, в котором мы разыгрываем с группой ВКонтакте Apple Promo Codes промо на Modern Combat 4 Zero Hour. Ссылка, ну опять же, где-то перед вами. Спасибо, что смотрели. Всем пока!